Всем привет, с вами я, Алекс Черный. Сегодня нас пригласили на ужин в Декарт-центр. Пригласил нас супермаркет Кооп. Моя жена работает в этом супермаркете. Их как лучших работников пригласили всех на этот ужин. Ну, я вместе с ней тоже. Она меня стоит, ждет. Сейчас мы пойдем. Thank you very much. Your service department attendant and their recipients for the commitment value award. So we will start our evening off with supper and then proceed to the presentation of the awards. I would now like to call upon the young board to say your name. Bless our Co-op family, especially all those who are not well and cannot be with us tonight. Lord, we ask you to bless the food that we're about to eat and the care and hands who prepared it. And we ask you that you bless all of us here this evening that we are gathered in your name to share some good food and good fellowship. We ask this all in Jesus' name. Amen. Все, начинаем кушать. Нас угостили. Все стучат ложками. Нас покормили, все нормально, довольно-таки прилично, вкусно. Тебе понравилось? Конечно. Он доедает эти пудинги. Тут у тебя еще три кусочка тортика. Я же пишу, что окей, лефти. Все расходятся по домам, ужин закончился. Всем спасибо. Лучшие работники года фотографируются. Лучшие работники Кооп. Все, разъезжаются все по домам. И мы тоже едем уже домой. Покушали, наелись, хорошо. Спасибо Богу, накормили нас.